Как снять фонарь на Mitsubishi Pajero Sport 16 года? Да. Задний фонарь. Вот он уже снятый. Значит, вот защелка. Такая стоит клипса, точнее. Она заходит вот в эту часть этого фонаря. Затем, что у нас есть? А, вот это вот, да? Да. Вот еще часть. Вот так оно крепится. Да? Фарши снимать нужно. Да, но сначала нужно снять вот эту нижнюю часть. Тоже с клипсой и тоже закручивается она. Вот. Но перед этим нужно снять все 4 шурупа, крестовые нарезы. Короче, тогда вы снимете эту фару. Очень просто. В дороге легко поменять эту лампочку. Да. Очень легко. Берете и меняете. Спасибочки.